Если вы заметили, я как бы из глубины, но при этом все равно это голова. Объясню. Это спираль. Наш организм – это определенная спираль. Если вы сделаете петух и хрипнул, что это означает? Что вы просто не давили звук, не расслабились. А надо расслабиться. Пресс полунапряженный, но ваши мозги расслабленные. Смотрите, переживаю, получится, не получится. Все, сорвалось. Расслабились. И довела куда нужно. Вместе. Молодцы! И держите, чтобы не сорвался. Чтобы не было такого. А? Как будто...